Но и погодка неустойчивая. В любой момент на выходных могут пойти дожди. Дожди даже с грозами. Но сильных осадков синоптики не ожидают. В субботу кратковременный дождь наиболее вероятен, в воскресенье наименее. Температурный фон выходных не самый высокий. По ночам плюс 14, плюс 16, днем плюс 23, плюс 25. А вот в начале недели хабаровчане вспомнят, что август – это летний месяц, потому что градус воздуха начнет подниматься, и в среду-четверг он на термометре достигнет плюс 30. А вот в пятницу к нам пожалует очередной циклон и возобновятся дожди. В очередной раз этим летом сбудется народная примета. Она призывает выкопать картофель до 20 августа, потому что с этого момента начинаются проливные дожди обычно в Хабаровске. Забегу вперед и скажу, что возврат тепла снова будет и после 20 августа. Лето продолжается в Хабаровске. Увидимся.